И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте теперь посмотрим, как поможет нам предыдущая информация для создания простой анимации, значит, движения мотоцикла, и посадим на него, значит, Индиана Джонса, как во второй части фильма, да, когда он от немцев убегал. Так, ну что нужно сделать? Давайте тройка на нампаде. Посмотрим, что можно, значит, здесь придумать. Значит, первое, что добавим мотоциклу простейший риг. Не столько для того, чтобы все это дело работало на риге, а для того, чтобы именно просто им можно было руководить в анимации. Так, погнали. Сидушка отдельно, сумки отдельно, двигатель отдельно. Значит, передок у нас отдельно и колеса с дисками, все у нас отдельно. Первое, что сделаем. Сначала объединим колеса. Выбираем диск через Shift. Значит, подождите. Что у меня тут с текстурками? Сейчас подключим текстуры Image Find Messing. Найдем, где у нас в папке все это дело находится. Все подключено. Теперь надо все это дело сохранить. Так, сохраняется. И погнали. Значит, что? Почему у меня это колесо белое, а это черное? Значит, находим покрышку, находим материал. Так, что у нас тут? Что у нас тут такое происходит? Да, здесь черное. А значит, в этом случае здесь черное, здесь не черное. Значит, удалим наши вот эти вот материалы и добавим новый материал и сразу все это дело изменим. Так, не пойму, почему он не меняется. А до сих пор белый. А ну-ка, edit. Угу. Так, decision. Английская А. Не хочет что-то применяться, ну ладно. С этим делом потом разберусь. Главное, что у нас на текстурах здесь вот у нас черный цвет присутствует. Все, нормально. Теперь все это дело Shader Smooth. Shader Smooth, правая кнопка мыши. И значит N панель. Обязательно Screen Cascade, чтобы вы видели, что я буду нажимать. Так, текстуры пока отключим. Ну и погнали добавлять кости. Значит так, Shift A. Добавляем арматура Single Bone. Значит, переходим в Edit Mode и косточку G перенесем. Это будет у нас root кость. Мы к ней потом все это дело будем привязывать. Значит, G, под низ ее поставим. Переключимся на Date и найдем In Front Viewport Display, чтобы видеть снаружи. Так, теперь Shift D. Эта кость будет держать у нас, значит, к ней будут привязаны сумки, привязаны, короче, вот этот двигатель и сидушка. Ну, на сидушку, чтобы она, ну, как работала там на растяжение, можно добавить по-другому косточки. Ну, я по-простому пока все это дело поставлю. А потом можно уже, значит, на пружину ставить растяжение или просто руководить вверх-вниз. Вот эту сидушку будет нормально, потому что там дюжить не будет видно, что там что-то скрипит, что-то сужается. Вот тут главное погоня. Так, теперь что у нас? Shift D. Наперед поставим вот эту вот косточку, которая будет руководить у нас поворотом, значит, вот этой передней части. Так, ну в принципе все. Больше нам такого ничего не понадобится. Вяжем, значит, вот эту кость первую на вторую, Ctrl-P, Keep Offset. Сидушку вяжем тоже центральной, Ctrl-P, Keep Offset. Значит, и вот эту вот централку вяжем круткости, Ctrl-P, Keep Offset. Так, заходим в Object Mode. Теперь что делаем? Привязывать будем по-другому. Выбираем нашу вот эту вот первую часть, выбираем через Shift кость, заходим в Post Mode и делаем Ctrl-P. Это будет боны все. Кости.
Так, проверяем. Все работает, все зашибись. Ctrl Z. Так, тут еще вот в чем вопрос. Если будет анимация на месте, то это, в принципе, зашибись. Но нам нужно, значит, и колесо потом вертеть. Что мы делаем? Мы выбираем теперь диск, выбираем покрышку, делаем Ctrl-J, объединяем это все дело. Так, опять же, диск, покрышка, Ctrl-J, объединение. Выбираем наше колесо, выбираем нашу кость, опять же, и заходим в PostMod и опять же к ней вяжем Ctrl-P, бон. Смотрим, как это все дело работает. Все, теперь колесо привязано. Ctrl-Z. То же самое делаем, значит, с этим колесом, только вяжем его от центральной нашей управляшки. Вот к этой. Ctrl-P, бон. Так, что у нас? Сидушка. Сидушку кости сидения вяжем вот к этой. Ctrl-P, бон. Следом, что у нас? Сумки. Сумки вяжем к центральной. Так, PostMod. Центральная, Ctrl-P, бон. Так, выбираем центральную кость. Проверяем, все работает, но... Значит, самая интересная часть, я не привязал бак, двигатель, тоже к центральной. Это PostMod, центральный, Ctrl-P, бон. Так, смотрим, что у нас получилось. Все, лесопед наш Ctrl-Z привязан. Теперь можно делать анимацию. Но, прежде чем делать анимацию, давайте... так, что сделаем? В Object Mode выберем кости персонажа, выберем кости мотоцикла. В принципе, пока это мотоцикл нам не понадобится, нам нужно именно персонажа посадить на мотоцикл. Так что выбираем просто персонажа, заходим в PostMod. И тут такая штука, что выбираем вот эту площадку, root кость. Иначе миксамовский риг передвигаться не будет адекватно. Так, мы это дело все подгоняем. Так, теперь выбираем G. Нашу вот эту вот, значит, кость таза. И смотрим, насколько наш мотоциклист больше мотоцикла. В принципе, ну, тогда мотоциклы были маленькие, да? Так, R. Крутим позвоночник, вертим все это дело, да? Так, голова R, а это шапка, пардоньте. Так, есть такое дело. Так, еще побольше прижимаем. Так. Ну, в принципе, персонаж сел. Так, тройка на нападе. Теперь нам нужно подставить руки к нашим, значит, вот этим рукояткам, газюлям, газам. Так. G. Подставляем. Так, ну, тут уже по-простому можно дюжить без деталей таких, потому что все это потом будет шлифоваться, если будет делаться анимация, да? Смотрим, все это дело подгоняем, зажимаем. Так, теперь выбираем вот эти вот фаланги. Так, и значит, какие фаланги понадобятся? Вот эти ближние, да? А ну-ка. Так. Костяшками теперь поработаем, вот этими вот большими костями. Так, это кость управляшки, это кость другая. Так, вот так, значит.
Так, что у нас тут есть? И все подожмем. Ну, в принципе, нормально, да? Так, теперь поработаем, значит, с другой рукой. G. Подставляем. Так, G. Направляем R. Перекручиваем ракурсы R. Перекручиваем вид сверху. Тоже перекручиваем. Так. G. Подставляем. Ну и тут то же самое. Значит, сначала можно большим пальцем попробовать, потом другую фалангу выбрать. Так. Вот плохо, что здесь не видно именно других костей вот этих. Вот тут попал. Так, что у нас там? Другой палец попал. Так. Так, ну, в принципе, что? По поворотам, значит, все это дело кривовато прошло. Что-то большой палец. Все это дело выравниваем, подгадываем, подтягиваем. Так, есть такое дело. Смотрим теперь сверху, чтобы у нас... Значит, наш вот этот Индиана Джонс, ну, смотрелся хорошо, да? Теперь нужно ему ноги G поставить вот на эти площадки. Итак, персонаж наш сидит. Теперь что нужно сделать? Нужно заставить крутиться колеса, и, значит, потом можно уже будет... Какую штуку делать? Значит, выбираем Object Mode, выбираем кости мотоцикла, выбираем косточки персонажа и одновременно заходим со всеми костями в нашу анимацию. Теперь проверяем. Если мы будем вертеть, значит, переднюю часть с руками, посмотрим, что получится. Семерка на нампаде. R. Ну, все нормально крутится. О, видите? Только еще нужно заставить все это дело потом прописать. И будет зашибись. Будет хорошая анимация. Alt-G, Alt-R. Так. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Забыл я все это дело прописать. Значит, A, I. Lock-Rot. Все. Обязательно прописываем, потому что видите, что... Если не прописали, то анимация собьется и потом матушкин труд. Так. Если мы выберем теперь управляшку персонажа и выберем управляшку мотоцикла, смотрим, что происходит. Видите, все у нас работает, все у нас движется. Ctrl-Z. Но теперь по прошлым роликам, вот я раньше вставлял риг полностью делал, да? Для колес, для мотоцикла. Но по предыдущему ролику уже понятно, что для простой анимации погони достаточно просто сейчас заставить вот эти все колеса крутиться на месте и анимацию сделать на месте, допустим, да? А потом пустить это все дело по пути. Так, ну и зайдем куда мы? Зайдем в Object Mode. Так, первая, значит, штука какая? Что можно выбрать колеса и просто заставить их крутиться, да? Так, ну, чтобы они крутились, смотрим, чтобы привязка была set origin к геометрии. Так, чтобы все было
по центру стояла, иначе колесо будет работать, значит, у нас неадекватно. Так, теперь попробуем добавить, как в прошлом ролике, значит, empty. Так, мы ее подтянем под низ нашего мотоцикла. Теперь смотрим N-панель. Включаем, где у нас находится локация ротация. И попробуем, значит, по ротации покрутить. Так, это не крутится, это Ctrl-Z. Делаем 0. Так, все убегает, но не изменяется. А ну-ка. Так, это уменьшим. Сделаем S английское. И нужно заставить все это дело крутиться. Так, что у нас тут? Вот это появилась новая какая-то фигня. Угу. Так, по какой оси это будет, интересно. Так, если мы вот так вот сейчас покрутим. Крутить-то мы крутим, а что-то обозначений нет здесь вот, да? Никаких движений. А ну-ка, тройка на нампаде. Так, находимся в Object Mode. Alt-G, Alt-R. Так, что у нас получается опять? Так, если в той анимации все сразу было нормально, то здесь у меня почему-то не видно вот этого дела. Как вот это empty не обозначается. Почему? Так, ладно, будем экспериментировать. Так, первый раз я это дело применяю к мотоциклу. Не знаю, как будут колеса адекватно крутиться. Нет, если что, потом по-другому сделаем. Так, что у нас? Локация. Ну, пробуем-то. Собака. А, в смысле, решетка. Фрейм. Полоса укосена. И ставим, давайте, 20. Не применяется к ней эта штука. Не хочет она крутиться почему-то. А ну-ка, delete. Файл empty. Paint axis. Это что у нас? Loop to-do-do. Тут 3D курсор. Так, не пойму я, почему тут все изменилось, значит, да? А ну-ка, если по Z. Фрейм. Не назначается вообще. Печально. Почему? Так, сейчас будем думать. Значит, что у нас? Это опять же empty. Empty paint axis. Будем вот в этой функции теперь смотреть. Значит, это где она? Вот этот квадрат object. Так, значит, по x. Решетка. Frame. Укосина. 20. Смотрим, что будет. Все. Значит, у нас крутится вот это empty. Но 47 кадров. Ставим, давайте, 300. Все нормально. Теперь что делаем? На первый кадр ставим. Значит, одно колесо убираем. И добавляем constraint copy rotation. Выбираем нашу вот эту axis empty и смоем.
Все, колесо крутится вроде адекватно. Все нормально. Так, теперь еще одно колесо выбираем. И значит теперь constraint copy rotation будет у нас на заднее колесо. Так. Два колеса у нас крутятся. Так, вроде бы. А ну-ка. Ну не кривятся вроде, да? Ну да. Нормальненько. Так, теперь что нужно сделать? Увеличить вот этой штуки, значит, скорость. Так, это у нас куб. Здесь мы поставим 0. Чтобы побыстрее скорость была, поставим 0. Точка. Давайте 6. Enter. Ну вот здесь уже чуть-чуть пошла болтанка. Колеса немножко подпрыгивают, да? А ну-ка. Ну, в принципе, для мультипликации ничего так, нормальненько. А ну-ка. Поставим, а ну-ка, если 0,9. Пошла в обратную сторону, значит, что мы делаем? Выбираем колесо, выбираем constraint и ставим YZ. Так, а ну-ка, а тут что у нас? Ага, на дальнее не надо ставить. О, побыстрее стали крутиться. Так, а вот это колесо крутится в другую сторону. Вот, теперь нормально. Но чуть-чуть она почему-то бьется. Значит, возможно, не выставлено точно, значит, этот пивот. Сейчас тоже это дело подкорректируем. Так, что еще? По полной. Так, а этот что у нас, куда они тут крутят? Ну вот теперь нормально, ага. Так, а ну-ка. Все, кручение нормально работает, только почему-то в другую сторону. А ну-ка. Угу. Так, вроде вперед крутится. Угу. Все, вперед крутится, нормально. Колеса вроде бы прикольно так движутся. Что нам еще нужно? Нам теперь нужно все вот это по прошлому ролику, да? Значит, вот эту вот штуку привязать вот к этой штуке центральной. Postmod. Ctrl-P. Bon. А ну-ка. Нормально, значит, система рабочая. Теперь выбираем, значит, наши кости, выбираем, значит, анимацию, и значит, на каком, на 10 кадре, допустим, да, нам нужно приподнять будет мотоцикл. Ну, допустим, выбираем персонажа, выбираем его руки, выбираем переднюю ось вот эту. Да?
тройка на нампаде, и значит так. А как же сделать, чтобы колесами можно было руководить? Так, а если колеса еще, значит, на дополнительные кости посадить? Давайте попробуем, да, в качестве эксперимента. Сделаем еще А и локрот. Ну, чуть-чуть движение создадим, наверное, выберем полностью персонажа, выберем вот эти все части. Да, дополнительных много костей выбирать надо, чтобы вот это все чуть-чуть двинуть, да? Значит, R. Потом, раз мотоцикл чуть приподнялся, ну, пусть тогда персонаж чуть-чуть тоже разогнется, чуть-чуть двинется, значит, на сидушке. А и локрот. И значит на 15 кадре вернем, значит, английское А, первый кадр, Shift D. Так. О, уже движуха создалась какая-то. На кочку попал. Все, зашибись. Так, что еще можно сделать? Так. Заходим в Object Mode, выбираем кости мотоцикла, заходим, значит, в Edit Mode. Shift D. Ставим косточку, значит, на колесо. И Shift D косточку еще на колесо. И вот эти две косточки вяжем к центральной. Ctrl-P. Так, а ну-ка. Все, они привязаны, да? А ну-ка. Проверка связи. Ctrl-P. Все, это дело привязано. Object Mode. Теперь выбираем наше колесо. Выбираем кость. Заходим в Post Mode. И вяжем к нашей косточке. Ctrl-P. Bone. Это будет украшать нашу анимацию, что колеса будут чуть-чуть живые. Так, значит, опять же Post Mode, Ctrl-P, Bone. И теперь смотрите, выбираем все вот эти наши, значит, кости, заходим в Post Mode, и, значит, где вот здесь вот он поднимается, можно теперь делать такую штуку. Значит, выбираем нашего персонажа, полностью его руки, переднюю, значит, ось. Вот так. А колеса можно теперь чуть-чуть, значит, опускать. Поднимать, опускать. Так, это значит должно вниз уйти. Вот так вот, кверху. А, и локрот. Вот так, да? Так, теперь ноги тоже нужно подогнать под стойку. О, прикольно. Больше создать, значит, движение кого? Сидушки. Вот здесь, где он подпрыгивает, должен он приподняться от сидушки, так? R чуть-чуть, значит, уйти кверху. О, не понял, сидушка почему-то не привязалась. Ну ладно, пропишем А и локрот.
Вот, уже он более на амортизации. Прикольная будет погоня, если вот со спины, так вообще. Так, еще что можно сделать? Давайте сидушку все-таки привяжем. А ну-ка, выбираем сидушку. Почему она не работает? Осмод. Ctrl-P. Бон. Ага. И вот теперь выбираем кости персонажа, кости мотоцикла, заходим в постмод. И я хочу, чтобы у меня, значит, сидушка, ну, в смысле, чуть-чуть так работала, да? И локрот. О, видите, теперь сидушка подходит, ну, как бы происходит амортизация. А где тут? Во. Так, и еще что? Сумки можно, значит, как у нас заанимировать? Ну, вот это все дело нормально. Потом английское А. Выбираем первый кадр, делаем Shift-D и ставим его на 25-й кадр. И теперь получается, что можно теперь на каком? На 40-м. Смотрите, давайте поворот сделаем крутой, да? Выберем, значит, нашего персонажа, Рут Кость, мотоцикл Рут Кость. И, значит, что делаем? Единица на нампаде, R. Заваливаем вот это все дело. Так, но теперь нужно прописать нашего персонажа. Он не может так сидеть. Все равно должен как бы изменить свое положение. Вот раз вот так. Выбираем нашу вот эту вот переднюю часть. Ага, она сейчас не повернется, пустое колесо. Да. Ctrl-Z. Косяк какой я упорол. В Edit Mode нужно вот эту кость привязать к этой кости. Ctrl-P. Offset. Ну а заднее колесо без разницы. Значит, теперь заходим в PostMod. Выбираем Root кости. Так, теперь все это дело заваливаем. Нога у него G уходит, значит, на как бы фиксацию. Во. Теперь поворот у него выходит тело вот так в сторону. И значит попробуем теперь руль выкрутить туда, куда нам надо. Ну, чтобы он как бы вилял. А ну-ка. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. И вот теперь, когда мы завязали, значит, колеса на кости, получается вот такая кака, да? Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно, так, зайти в Object Mode, выбрать вот эти колеса. Так. И заблокировать их по осям. Так, а по каким осям? Так-то все крутится, все зашибись. Так, А, И, Локрот. Так, М-панель. Вот уже
раз завязано на косточке, значит нужно, а ну-ка, если я буду вот эту вот empty крутить, что-нибудь изменится, а ну-ка. Да, надо перекручивать empty и lock rod. Так, а тут теперь ее назад. Получается, ее тоже прописывать надо. И lock rod. И тут тоже выравниваем ее. И lock rod. Ну вот начинается дергание, вот это вот мне не нравится. А ну-ка, тройка. Так, вот вы видите, что мотоцикл наклонился, да? А вот это empty, нифига. А ну-ка. Во, нужно выравнивать ее хорошо, вот эту empty, в другую сторону. Она же у нас отзеркалена. И получается, чтобы не было вот этой пляски, вот ее нужно в другую сторону и почаще прописывать. Ага. Во, да, все, колесо теперь адекватно крутится. Все, прикольно. Так, тройка на нампаде. Угу. Выбираем опять же наши кости. Выбираем мотоцикл. Заходим теперь в постмод. И нам нужно прописать, что нужно прописать. Возврат, да? Shift D. Вот так вот на 50 ставим. Опа! И значит вот здесь уже на 50-м нужно теперь вот эту empty постоянно прописывать. Раз, колесо назад на уровень и lock rod. Вот теперь все адекватно. Добавим больше, значит, у него вот этого больше движухи ему добавим. Так, как добавлять, значит, это нужно локтями поиграться. Вот на этих кадрах пока и будем, значит, экспериментировать. Тройка на нампаде, значит, локти опускаем. А, и lock rod. Вот теперь локти у нас работают. А здесь теперь вот такой поворот можно сделать, да? Угу.
Так, с шапкой что можно сделать? У него же шапка присутствует. Больше динамики, да? Давайте добавим. Значит, R. Так. Это значит G. И значит, где он-то приземляется на низ, то шапка у него должна чуть-чуть на глаза вот так вот раз налезть. О, уже прикольно. Так, тройка на нампаде. Что еще можно сделать? Давайте по сумкам разберемся. Так, сумки. Пропишем в Object Motor, да? Так. Раз, тут такой, о, прыжок. И сумки тоже чуть-чуть движутся. Можно даже их чуть-чуть, значит, перекрутить. И локрот. Так, а здесь они, первый кадр должен у них на месте быть. Так, да? Резкость, чтобы была, значит, так, G поближе перенесем. Оп. И, значит, первый кадр Shift-D. Приземление по. Все вот у него тут движется, все работает. Так, теперь, чтобы побольше было кадров, да, давайте в постмод зайдем. Тройка на нампаде, и значит выберем все кости. И вот эти все кадры сделаем Shift-D и перенесем их куда-нибудь на 70-й. Потом Shift-D еще раз перенесем на 120-й. Ну, чтобы веселее была поездка. Но вот здесь мы сталкиваемся с какой штукой, что когда мы делаем дублирование, да, кадров, у нас вытягивается анимация, да, вот здесь вот пустота. И вот на этой пустоте, опять же, у нас будет ломка колеса. Надо будет выбрать, опять же, M-ки и крутить в обратную сторону и прописывать ее. И локрот. Потом здесь R и локрот. Ровно-ровно. Опять она вот здесь вот уходит уже. R назад. Ну, поставим теперь. Так, где у нас тут? Вот этот 83-й кадр. Нужно выбрать все косточки. Так, вот на мотоцикле опять же. Заходим в постмод. Тройка на нампаде. Оп. Так. Выбираем кадр, делаем Shift-D и заканчиваем анимацию вот в этой точке. Так, ставим 158 кадров.
И заходим опять же в Object Mode. Нужно поправить на последнем кадре Empty. И Lock Rod. Так, чтобы Empty так не издеваться, давайте тогда попробуем ее на Copy Rotation настроить, да? Значит так, выбираем Empty, выбираем, значит, вот эти вот кости. Заходим в Post Mode, выбираем так вот эту косточку и добавим, значит, где у нее тут Constrained Copy Rotation. Ага. Значит, не тут. На мотоцикл поставим, он же будет крутиться, да? Значит, выберем нашу Empty, выберем Copy Rotation и поставим на мотоцикл. А ну-ка. Если мы теперь будем в Post Mode вертеть, крутить, а ну-ка, R. Не, колеса все равно, видите, надо... Она-то повторяет вот эту всю движуху. Но слишком амплитуда большая, и поэтому нужно будет вот эту вот empty постоянно прописывать. Ну, в принципе, для простейшей анимации, вот видите, уже начинает колесо вести. Почему? Потому что, а ну-ка, отсоединим ее от этой штуки, все, тогда все нормально. Пусть она живет своей жизнью. Ну, для анимации можно будет и заморочиться, значит, эти прописать. Ну, вот уже со спины, гляньте, какая погоня. О, еще пыль добавить, и будет бомба. Вот со спины, в принципе, не столько колеса видно. Если вот сбоку только что, вот, для реалистичности, так сказать, да? Ну, вот такая информация. Вот как, значит, помогла нам вот это Empty сделать беликом анимацию мотоцикла. То же самое и на люльку можно добавлять. Вот здесь вот чуть-чуть нужно будет подправлять. А ну-ка, раз. Смотрим, шлифуем. Где-то она тут, опа. Ну, где-то почаще, допустим, прописать, если будет уходить. Вот, вот здесь, да? Ну, дергание даже прикольно будет при анимации. Что так пойдет. Ну, на этом вот такая вся информация. Все, всем пока, до свидания. Файл будет для скачивания в группе ВК. Ссылка будет в описании.